Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту, который находится на предстарте. Хочу напомнить об этом проекте, вернее. Я уже писала видео, до старта осталось, друзья, 6 дней. И старт будет 31 декабря в 23 часа 59 минут. Считаю, что под бой курантов. Нужно, пополнение уже открыто, и нужно пополнить кабинет до старта. Значит, все, кто вот здесь читаем информацию, кто до старта не пополнит баланс, автоактивация будет недоступна. Читаем вот здесь новости админа. Значит, довожу для вас важную информацию, чтобы не отвлекать вас от новогоднего стола. Принято решение автоактивацию тарифа новогодний-10 провести вместе с активацией основного аккаунта. Основной аккаунт 100 рублей, а 10 рублей это живая очередь. Для этого у вас на балансе должно быть не менее 110 рублей. А также помните, если вы не активированы, то все ваши активированные рефералы улетают от вас к вышестоящему активированному куратору. Вот. Здесь идет отсчет времени. Также вот новогодний 100 рублей, новогодний 10 рублей. У меня, конечно же, уже на балансе 110 рублей. Я 100 рублей сразу пополнила, и 10 рублей я пополнила уже сегодня. Также здесь находится сразу на домашней страничке реферальная ссылочка. И вот здесь старт проекта, как мы видим, 31.12.23.59. И баннеры, пожалуйста. Вот. Ну что здесь? Это аккаунт. Здесь вкладочка «Мои рефералы». Сейчас напомню вам. Страничка загрузится. Далее. Здесь вот радио. Можно его отключить. Вкладочка «Мои тарифы». Здесь еще пусто, так как старта еще нет. Здесь вкладочка «Пополнить баланс». Здесь «Фрик». Так, постоянно эта музыка включается. Фрикасса, Яндекс, Киви, Виза, Мастеркард. Сюда вводим сумму 110 рублей и пополняем. Здесь будет вкладочка у нас «Вывод средств». Пайер, также Яндекс. Так, Пайер, Яндекс, Киви, Advanced Cash и перевод участнику. Сюда номер кошелька. Далее маркетинг. Друзья, я все зачитывать не буду. Все очень подробно, все кратко расписано. Тариф. Тариф новогодний 100 рублей. Старт, как я уже неоднократно повторялась, под бой курантов. И также сразу же будет живая очередь за 10 рублей. Ну, здесь уже остальные тарифы, друзья, они по желанию. Тариф рождественский. Как бы. Крещенский. Ну, здесь очень много всего. Посмотрим, как поведет себя проект. А там уже будет видно. Я же зашла на 110 рублей, чтобы у меня была автоактивация 31 числа 23.59. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, друзья, проходим мимо. Это интернет, никто никого не принуждает. Проект интересный. Вот. Ну, до новых встреч.